Дети и взрослые, профессионалы и любители, 800 первоуральцев одновременно встали на коньки. Все они стали участниками традиционного забега «Лед надежды нашей». Он прошел на стадионе «Уральский трубник». На лед вышла и моя коллега Ульяна Шелькова. Коньки – дело семейное. Выходной день Смердягины проводят на льду. Четырехлетняя Василиса на коньки встала всего несколько недель назад. Держится пока не очень уверенно, но уже участвует в городском забеге. Пробежать февральскую дистанцию – семейная традиция Смердягиных. Каждый год ходим, отмечаемся, поддерживаем спортивный характер, детский, развиваем у детей любовь ко льду. На стадионе «Уральский трубник» не протолкнуться. На соревнования «Лед надежды нашей» пришли сотни первоуральцев. Среди них как профессиональные спортсмены, так и любители. Самому младшему участнику 4, а старшему 71 год. В зависимости от возраста они преодолевают дистанцию в 70 или 100 метров. Главное здесь – как можно быстрее прибежать к финишу. К забегам присоединились и студенты программы «Будущее белой металлургии». Команда здесь набралась очень сильная. Среди участников – хоккеистка с 12-летним опытом Яна Репина. На родном льду девушка чувствует себя более чем комфортно. Лед шикарный, погода шикарная, все условия для того, чтобы пробежать, были просто идеальные. Наша команда была сдружной, и мы пробежали с прекрасным таким настроением, и всем понравилось. Оля у нас бегала первый раз. Среди участников и первокурсник Назар Хаджиниязов. Днем он учится на сварщика, а по вечерам занимается спортом. Любит футбол. Зимой вместе с друзьями катается на коньках. Я сегодня сюда пришел улучшить свои навыки катания на коньках. Это здорово, то, что люди занимаются спортом, ведут здоровый образ жизни. Я люблю спорт. Хочу, чтобы другие тоже занимались спортом. Лед надежды нашей традиционно проводят в феврале. Первоуральск – один из немногих городов Свердловской области, в котором проходят подобные соревнования уже больше 7 лет. Хорошее настроение, отличные секунды показаны на льду, позитив, здоровый образ жизни. Ну, здесь все можно сказать. Заряд бодрости, морозец утренний. Все здесь можно получить, прокатившись на этих соревнованиях. Победителей в забегах несколько. Лучших определяют по возрастным категориям, а также среди трудовых и учебных коллективов. Впрочем, кубки и медали не самое важное, говорят участники. Главный приз соревнований – хорошее настроение и спортивный задор. Ульяна Шелькова, Евгений Шилов. Новости, Первоуральск.